спасти в любви, а там, ну, все потерянные. Они потеряны, это страшно. Они просто глубоко несчастные люди. И продюсеры вот этого «Дома-2», почему шоу идет? Это кто-то мне написал в комментариях, Бородина вроде интеллектуальный человек, что она там делает? Да Бородина ведущая. Она, конечно, умная девка, у нее семья, дети. Она зарабатывает деньги. Она зарабатывала деньги раньше, сама на проекте, сейчас как ведущий зарабатывает. А продюсеры элементарно юзают. Юзают этих дебилов несчастных. Понимаете? Которые мужики не мужики, которые мужики, да, берут там, я не знаю, я в 16 лет начал работать, я перестал брать у родителей деньги. В 16 лет там сидит лось, такой лось, кабан, блядь, и он берет у папы деньги, у мамы, у пенсионерки. Даже шорты ему на отдых мама с Майкой покупает, это ли не стыдоба? Понимаете, все извратилось. Они несчастные глубоко люди, больные. И на них их продюсеры имеют, на них зарабатывают. Как зарабатывают на диковинных зверях. Купили зверей, блядь, и возят их в клетки. Посмотрите, вот, раньше, в средневековье, так уродов возили. Заспиртованных в банках и еще каких-то. Возили и брали деньги. Посмотрите вот на уродов. У нас там вот урод с двумя головами или там, блядь, с четырьмя глазами. Посмотрите. То же самое сейчас «Дом-2» уродов показывают. Так про девушек уже сказал. Либо про шмандовки, либо обделенные любовью и лаской, нормальными человеческими отношениями, несчастные девки, у которых поехала голова, все. Они же не понимают, о чем. Я же там сказал на программе. Я сказал, что вы не понимаете, что есть жизнь после шоу. И вам конец. Потому что у них придуманная жизнь, придуманные ценности, придуманные ориентиры. И сейчас, да, их транслируют, показывают, их стая оголтелых таких же смотрит. А потом-то шоу закончится, и все. И им путь либо в психбольницу, либо на задворки, то есть в притоны куда-то, или в алкашку. То есть сопьются, сколятся, сбледуются или с ума сойдут. Все, других вариантов нет. Конечно, один, два, три человека всегда вылезут. Понимаете? И когда мне говорят, что... Я там сказал, что смотрят малолетки только. Конечно, они нас назвали старыми пидорасами. Мы выходили, они все эти, публика говорит, зачем вы этих старых пидорасов позвали, пусть говорят. Они ничего не понимают. То есть нас там освистали и все. Я нормально к этому отношусь. Потому что реально, где мы и где они, это все. Это вообще, это другое.